Почти 600 ульяновских семей получили поддержку по соцконтракту. Программа действует в области по инициативе губернатора Сергея Морозова уже пятый год. Полученные по соцконтракту денежные средства люди направляют на животноводство, растениеводство, пчеловодство, мастерские и частные школы. А вот многодетная семья Черновых из Сурского открыла свою мини-пекарню. Из областного бюджета им выделено 58 тысяч рублей. Оксана Чернова занимается выпечкой тортов, кексов и других сладостей. Ну, в основном где-то 50-60 тортов в месяц. Да, это тяжело. На каждый торт уходит где-то в районе суток изготовления одного торта. А рынок сбыта Сурска? Сурск, Ульяновск, Москва. Главу области угостили тортом, стилизованным в виде стерляди. Эту рыбу раньше вылавливали сурея и поставляли к царскому столу. Губернатор тоже пришел не с пустыми руками. Семейное производство в настоящее время планирует расширять. И глава области вручил сертификат на 50 тысяч рублей. Они пойдут на покупку холодильника. А это, в общем-то, традиция, которая закладывается сегодня. Новая форма работы, социальный контракт, когда семья берет на себя некоторые обязательства, начинает развивать конкретное дело. Мы видим за этим большую перспективу. Всего в этом году из областного бюджета на меры социальной поддержки, такие как соцконтракт, направлено 68 миллионов рублей, что на 19 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Егор Стов, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ.